Да если я только чую, кого снять надо, да снять, кто у нас? Они снять. Днем с огнем сидите, да? Темно вам тут, да? От стройки. Вам школа нравится, стройка эта нравится, нет? Нет. Не надо строить же, да? Мешает, темно у вас, да? Ладно. Посмотрим. И вот вы всегда со светом сидите, да? С включенным, да? А что, он сам не может? Вот так вот. Вот так стена сразу. Вот так стена. Это второй этаж у вас, и уже ничего не это видно. Это второй этаж у нас, да. Будете на стену всю жизнь смотреть? А это что будет, магазин или что? Не знаю. Там товарный магазин. Ну, ну, конечно. Для нас это колготки, трусики важнее, наверное, да, чем образование. Может, там потом что-то другое будет. Здесь просто сделать вот так вот снизу проход, переход, и все, и у нас будет питание, Константин Максимович. Ну. Малый спортзал, так ведь стройка уже закон нормально, но мы бы не здесь построили. Если бы нам спортзал малый разрешили строить, мы бы в другом месте построили, так? В начале 2000-х вот эта вся территория принадлежала этому учреждению. Там была хоккейная площадка, сейчас там автостоянка. Вот здесь были мастерские, сейчас тут мировой суд. Детская хоккейная площадка когда-то была. Вот. Кран работает. У вас идут занятия. Работа идет, школы уже не видно, магазины важнее образования.